Вопрос. У меня был 5-летний сын. Однажды его мать была у соседей, а его оставила со мной в доме. После я ушел на работу, зайдя по дороге к матери сына и сказав, что он в доме. В это время он подошел к плите за хлебом, и она упала на него. Из-за этого он умер. Должен ли я принести какое-либо искупление? Пост искупления или нечто иное? Должна ли мать ребенка что-то из этого? Ответ. Хвала Аллаху. Мы надеемся, что вы не должны совершать никаких искупительных действий, потому что случившееся не является следствием халатности или упущения. Такое случается у фермеров и тех, кто выращивает пальмы. Такое случается. Иногда ребенок идет к ручью или пруду поплавать, но тонет. Такое случается, ничего не поделать. Если пожелает Аллах, это будет прощено.